Какой из вузов Иваново быстрее и сильнее? В спортивном зале ИГХТУ состоялось торжественное открытие спартакиады вузов Ивановской области. Здесь подвели итоги соревнований прошедшего года. Результаты не стали неожиданностью. Лидерами среди мужских и женских команд стал Ивановский энергетический университет. В тройке победителей Ивановский государственный университет, текстильная академия и химико-технологический университет. Мы в том году стали чемпионами Ассоциации студенческого баскетбола. Задачи в этом сезоне – удержать лидерство, но это будет тяжелее, да, потому что в этом году у нас регламент совсем другой. У нас, значит, мы сейчас играем дивизион Ивановской области, потом будет восьмерку собирать в Центральном федеральном округе. Ну, да, этот сезон совсем другой. В этом году 7 вузов области снова сразятся в волейболе, баскетболе, футболе, легкой атлетике, стрельбе и других видах спорта. И хотя болельщики предрекают призовые места бывалым фаворитам, каждый университет надеется на победу. Я думаю, что у нас появятся в новом сезоне новые команды, которые, ну, будут занимать призовые места. Потому что вот по итогам этого года, да, мы видим, у нас в основном, как всегда, первенствует команда энергоуниверситета, химико-технологического университета, те команды, которые традиционно сильные, вообще представительский состав спортивный. Организаторы уверяют, что уровень спортивной подготовки участников из года в год растет. Так что в этом году можно ждать новых красивых побед. Юлия Миронова, Олег Мелехин, РТВ Иваново.